целях популяризации и грамотности русской речи недавно решили снять фильм по мотиву криминальной драмы. Итак, «Крестный отец русского языка». Дети мои! Что, отец? Что, отец? Не что, а кто? Отец — одушевленный предмет. Кто отец? Кто отец? Я отец. Ты отец. Дети мои, я умираю. И потому что суффикс «а». Ага. Я оставлю вам свое наследство. Проверочное слово «следопыт». А теперь удвоенные согласные. Тебе, мой сын, я оставлю виллу в Каннах. О, класс, сно! А тебе, мой сын, я оставлю миллион долларов. О, супер! Нет, я тебе оставлю миллион долларов. О, класс, сно! А тебе, мой сын, я оставлю все свои долги. О, супер! Нет, не отмажешься. Я тебе обставлю все свои долги. Супер же. Синоним. Да, отец. Где твой старший брат Антоним? Сейчас, Антоним. What happened, father? Ах ты, суффикс. Я тебя родительный, образование дательный. Ты что, творительный, а? Отец невинительный. Что ты творишь? Да ты в моем жиши буква И, чаща буква Я, тющу буква Ю. Ми? Ю. Запомните. Как говорил мой друг, казахский язык, что в переводе означает «любовь к родной стране немыслима без любви к родному языку». Это же по-устовски сказал. О, я тебе оставлю миллион долларов. По-устовски.